Че, Костик, куда пойдем? Не знаю, рули ты. Блять, ответ неверный. Ну давай, пойдем прямо. Давай, я тоже так думаю. Так, тебя тут только Шима. Ну, Шима и Геринг, соответственно. Ну, кто-то Пеллинг здесь. Есть тебе? Пеллинга, блядь, тут нету. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, ну ладно. Сейчас ну, пер... ч... Пеллинга, тебе он, в принципе, Пеллинга есть... на этом тут нету, короче. Поскольку, постольку. Так, у Увидишь, Шимы, торпед... у Шимы тоже 5,6, по-моему. У этой Шимы почему-то у меня показывает 6,2. Не знаю почему. 5,6 то только Геринг. А где ты это смотришь? Ну, у меня моды стоят. Странно. У меня почему-то тоже стоят, но я ничего не вижу. Ну, ты, значит, не настроил. Может быть. Ты пушки-то нормально своди, Хвостик. Куда-нибудь. Теперь не и двух разворачивайся и все. Передо мной куда-нибудь, с учетом того, что нет, у меня тут нихера сейчас не видно будет. Я же не могу боком идти. Блять, а я думал, можешь. Ну, они пошли, скорее всего, точку брать. Ну, я не стреляю. И не надо. Доходим чуть-чуть и разворачиваемся. Да, я уже отворачиваю влево. Либо мы проебем Шима... А, все, она на точке. Это мелкая скотина, блядь. Курфа поджег. По сегодняшним временам уже хорошо. Вот она. А, подожди, это не та Шима. Значит, у нас не Шима. Значит, у нас Геринг на точке. Он уже торпеды скинул, черт, блядь. Вот он. А, нет, это не он, это Наполи подтянул. Вот он, Геринг. Ну, ты тоже пошел. Я нормально пошел. Я сейчас в дымки встану и буду стоять. Если успею, конечно. Вариантов-то было немного, блядь. Чё, дать ему точку захватить, блядь? Мало веселого. Не, блин, я не знаю, что делать. Ничего, стой там, где стоишь, да и все, блядь. Тут Кюш такой приперся, ты ему на не просто на секунду, блядь, а просто на запуск пойдешь. Ты где? А, ну, уворачивайся, короче. Ничего, они тут как мудро поступили, блядь, козлы, блядь. Ну, ты залез так, что... Да, я не уйду отсюда, я знаю, блядь. Если мне никто не поможет, я отсюда не уйду, блядь. Ну тут их 6 штук. Я просто физически. Да ты живи, уходи, блин. Сейчас пропробую, проспамлю. Не надо, не надо, смысла никакого нету, блядь. Мы пока лидируем по этим. Ты уходи, уходи дальше. Блядь, вот нахер ты сюда-то пришел. Ну а что делать? Не, ну спасибо, даже конечно, пятна. Блядь. Ну,
тогда уходим отсюда, сваливаем. Нам тут делать вообще, блядь, нечего. Ну что, там Наполе? Да хрен с ним, с Наполе, блядь, ухожу я далеко. Я сейчас точку возьму и буду героем, блядь. Как ты думаешь, буду или не буду? Блин, отсветился, падла. Орден мне срочно, орден. Ну чё, уходи. Да сваливаю, сваливаю, блядь, я уже форсаж получил. О, торпедку на поле словил, блядь. Немножко я, конечно, неправильно пустил, надо было по-другому пустить, но кто же знал. Ну я еще поджечь попробую. Ты отходи, отходи, прямо вот там, куда-нибудь подальше. О, есть поджог. Вермонт с той стороны, уходи. И вообще надо отсюда сваливать, блядь. Это мое мнение. Блядь. Ну я лошара. Чего шара торпеды сбросил, по сегодняшним временам уже хорошо. Я уперся. А, ну так как бы это. Уходи там, блядь, что-то прям вообще жестко, блядь. Есть возможность. Они, по-моему, и тут-то. Так тут-то, тут-то. Наши вон, смотри, вторую точку берут, блядь. А мы съебываемся. О, смотри, добей Наполе. Она. Или сейчас подожди торпедами, блядь, ее добьет твоими. Сука, я такого не могу отказать. Прости, господи, блядь. Там второй Наполе вылазит. Тебе сейчас Кремль в задницу стрельнет. Либо в попу тут кому-то. Он меня даже не видит. О, Вермонт вылазит. Вермонт вылазит. Как хорошо. Кюрфюз пришел, блядь. Все здесь, блядь. И Дюша Метелкин, блядь. Ну это победа такая потная, блядь. Не совсем красивая. О, давай сваливаем, сваливаем. Прям правильно ты все делаешь. Сейчас наши богатыри подтянутся. Мы суету здесь... Ой, сейчас тебя заберу, блядь. Мы суету навели по сегодняшним временам уже хорошо, блядь. Прощай, брат. Да, по идее, или в Вермонта, или в Наполе попадает. Вермонта уже попала, блядь. А, ты про свои говоришь? Да. Вермонт тут капец. Сука, повозбуждаю я Кремля, блядь.
Видишь, я, блин, если бы остров не уперся бы. А ты бы развернулся быстрее, я понимаю. Да, а тут еще вещи, Кремль и Курш, блин, с двух сторон. Да я твою вообще так мажу, как бы. Хреном остался 75 тысячами. Геринг, видишь, Геринг на той стороне. Да. Ты или на С можешь сходи. Ну, сейчас форсаж включу. Тут 3 минуты, в принципе. Ладно, пойду я курну. Давай. Я тут пока. Пошел. Да тут 40 секунд. Да какая разница, главное, что я точку взял. Ну, сейчас все. Мне плюшка прилетит. Давай дождемся. Да, блин, козлы. Жалко, они по этой стороне не пошли бы. Торпеды какие-то идут, блядь. Он кинул по пути. Куда-то. Сейчас А, наверное, будет брать. Судя по всему. Вообще не. Так, что тут нам насыпали-то, блядь?
что-то насыпали. Так, и у меня 1800, у тебя 1300. В принципе, неплохо, блин.